Market, с вами Cyrix, и сегодня у нас будет самый дешевый и выгодный контракт. Так, заходим в инвентарь, у нас MP9 занос. Так, ну что, мы давайте вот где тут использовать контракт обмена, естественно, давайте. Нет, не это. Согласен. Так, смотрим. Дальний свет. Прямо с завода. Опа. Так. Давайте посмотрим. 6 гривен. Ну так вот, еще один сейчас контрактик. Так, погнали. Очень хороший лайтовенький контрактик будет сейчас. Так, ну что, смотрите, вот это вот все, и сейчас оно вот это все окупится. Пикселинков камуфляж металлический. А что с имитацией? Ага. Я понял, вот так вот заходим. Ага, вот сюда. Ну что, тоже прямо с завода? Прямо с завода. Смотрите, две пушки прямо с завода. Дальний свет. И, естественно, вот это вот. Ну вот, давайте сейчас вот посмотрим, сколько оно вообще стоит. Так. Промышленное. Вот так вот закрываем. Ну вот, 8 гривен с ничего. А я потратил буквально на это все. Ну, у меня были скины, ну, шир. Ну вот, как сами видите, что вот такие вот легенькие контрактики окупаются. Так что, ребят, смело пользуйтесь контрактиками. Вообще любыми делайте. Не стесняйтесь. Две пушки одновременно прямо с завода. Ну, вот так вот. Ну, а с вами был Cyrix. Всем пока, именно. До свидания.